участников уже? 99 участников, 99, вот так вот. Единички не хватило до 100, ну, как я и говорил, будет чуть-чуть поменьше, чем вчера. Кто-то уже уехал домой, потому что завтра на работу, все дела, дорога дальняя. Но опять же, статус турнира сейчас это всего лишь всероссийский турнир, а уже не международный. Но тем не менее, участники из других стран здесь присутствуют. И вот очень бы хотелось с ними, конечно, поиграть. Сравнить себя с другими игроками, потому что практически большинство российских игроков мы уже представляем, что из себя значит в дарте, как они умеют играть. А вот с иностранцами еще играть и играть. Нужно попробовать всех. Так, друзья, ну все ближе и ближе у нас подбежается время к началу соревнований. И уже вывесили сеточку. Сирийский Александр. Осталось посмотреть, кто с кем. Че, Малик, на кого попал? Вообще не могу найти. Что ты пропускаешь, пока же горел. Ну вот. Опять Горбунов пропускает первый круг. Это замечательно, потому что сейчас уже всероссийский турнир назначен. Берется самое первое место в рейтинге. Нет, Дим, ну плохая. Ну ты же булом закрыл. Вот почувствовал какой-то момент, вот, действительно, он говорит, вспоминал вчера, как люди играли. Нечего бояться. Конечно, нечего. Видите, Сергей выиграл первую игру со счетом 4-2. Единственное, жаль, что он сыграл с нашим игроком, с Урала, с Виталием. И выбил Виталия из игры. Вот видите, как плохо. Ехали за 3000 километров, чтобы сыграть здесь. В Тюмени могли бы сыграть. Вот. Все? Вот так вот. А я судил этот матч. Первую игру я сужу, потому что первый круг я пролетаю, как обычно, выходя в следующий раунд. Пора уже и тапочки переодеть, да? Не годится. Мишень 30. Ольга Романова, Екатерина Заметалина. Мишень 30. Ольга Романова, Екатерина Заметалина. В Чанске. Налить? Нет. Почему? После игр только. А бесплатно? Нет. А подарок? Нет, после игр. Народ, зацените, какая метель за окном. У-ху, зима пришла. Николай, выиграл в игру-то? Красавчик. Судья. А я тебя жду. Поэтому видишь, ходит с камерой, подсматривает за всеми. Мишень номер 32. Алсура Ибалак. Слава, не спать. Мишень 32. У меня там. Вот видите, слишком долго ждем игру. В час, а время только 12:20. Представляете? Но зато все четко по расписанию. Это хорошо. Так, а что же делает мой вероятный противник в будущем? А он опять читает книжки, рецепты, как побеждать, да? На какой же странице? 237-я страница. Как стать успешным в дартс, ребята? Вот, особая книжка. Привет! Вот видите, наши друзья из Кипра даже специально выучили часть русских слов. Секретное что? Здравствуйте, сразу такие. А я? А вот и репортер. Все, наконец-то. У нас внезапно образовалась быстрый выпуск, блиц-выпуск под прицелом. И у нас сегодня кто? Чуть-чуть левее от прицела. Извините, я не дослужилась до микрофона, я дослужилась только до Колиного дротика. Подождите. Ну давай, блиц-опрос. Первая фраза, которую ты сказал после победы.
вторая фраза, которую ты сказал после победы. Не для эфира. Бог любит троицу, три дротика, а третья фраза, которую ты сказал после победы. А кому? Просто спасибо. Просто спасибо. Тем, кто не орал против меня в зале, спасибо. А что, такие были? Следующий вопрос. За меня только Дима в зале кричал. Так, Дима, Димы тут нет. Не надо, я болел, за тебя не болел. Два голоса было, да. Два голоса было за меня. Ну видишь, Коля прирожденный интервьюер, не может остановиться. Да, я не могу остановиться. Какого художника ты не кричал за меня вчера на финале? Можно я спрошу? Ну, Ксюшка, самая сложная игра на этом турнире. Полуфинал. Полуфинал, Алиска. Алиска, да. Почему? Алиска красавица. Алиска красавица. Ну, то, что она красавица, это понятно. Третье слово было, это я Алиске сказала, что она зверюга точно. Ты сказал, что ты сказал третье слово матом. Нет, второе матом. Второе матом, извини. Вот, почему с Алиской была самая сложная игра? Потому что она умничка. Нет, а я нет. Ты вот нет, так да? Совпало. А почему тогда выиграла, если она умничка? Я тяжело выиграла. Ты стала тяжелой? Коля, не тупи. Лена, ты его будешь просто в этом состоянии тупости. Лена, ты шутки меня вот сейчас провоцируешь. Ладно. Это было интервью с чемпионкой. С чемпионкой России, с чемпионкой всего, чего только можно. Выездная модель программы «Под прицелом». И ее не снимал Вадим Дорофеев. Спасибо. Ее не снимал, собственно, и Коля в своей программе «Под прицелом». Да.